Поезда на МЦК 24 февраля будут курсировать в режиме выходного дня. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Пресс-служба Московской железной дороги сообщает, что в понедельник 24 февраля МЦК будет работать по режиму выходного дня. Уточняется, что с 12.30 до 18.00 поезда будут курсировать каждые 4 минуты, затем каждые 8 минут. Ранее Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о сильных пробках в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Заторы на дорогах могут достигать 8-9 баллов. Пока это все, еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!